рамках реализации проекта «Единой России. Российское село» депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков посетил Федеральный научный центр овощеводства в поселке Внеисок. Парламентарий проверил качество ремонта здания института и осмотрел местные оранжереи, где селекционеры работают над новыми сортами овощей. Также Дмитрий Голубков обсудил с коллективом организации текущую мировую ситуацию и в преддверии Дня сельского хозяйства наградил лучших сотрудников института.